Всех приветствую, вы как всегда на канале Седой Инвестор, здесь обозревается тема финансовой аналитики в криптосфере, и сегодня будем разбирать новые полы от Byswap. Это площадка децентрализованная для накопления, инвестирования, ну и собственно стейкинга. На официальном сайте Byswap появился новый инвестиционный пул, который так и называется BSV Investments Pool. Команда децентрализованной биржи Byswap запустила новый механизм блокирования токенов BSV под названием BSV Investments Pool. Данный вид стейкинга предназначен для создания благоприятной среды для держателей BSV и повышения стоимости токена за счет сокращения количества токенов в обращении. Это то, что нам заявляют сами разработчики. Все ли это хорошо, давайте разбираться. У нас, значит, здесь появилось новое функционирование блокировки токенов BSV. Они теперь будут представлять собой целую экосистему взаимодействия, инвестиционный пул BSV, пул реальной доходности, принадлежащую протоколу ликвидность, казначейство, токенов BSV, точку представления силы голоса, это у нас VBSV, и опционную точку OBSV. А какие основные преимущества получаем мы, обычные пользователи? Одно из первых – это новые типы вознаграждения с расширенными возможностями. Токен VBSV, предоставляющий право голоса. Но пока что мне об этом ничего не говорит, и, если честно, оно меня никак не покупает. Второй – это OBSV, который позволяет пользователям входить в пул реальной доходности, чтобы получить токены USDT и купить BSV со скидкой. Как это все работает, пока что непонятно. Далее у нас, получается, идет доступ к эксклюзивному пулу реальной доходности для получения вознаграждений в USDT. Но, насколько я понял, это благодаря Option BSV. Следующее из преимуществ – также превосходящая годовая процентная ставка для долгосрочных инвесторов, но это мы уже проходили. В общем, мы сейчас имеем новую возможность внести свои BSV со своего кошелька, любого, неважно, это Trust Wallet, SafePal, OneInch. В общем, насколько я понял, здесь поддерживается абсолютно все. Выбрав 4 различных вариантов блокировки токенов на разные периоды, у нас получается есть 3 месяца, 6 и 9, а также 12 месяцев. Чем дольше период блокировки, соответственно, выше ваш заработок, а точнее APR, следовательно, прибыль. Но не все так просто. Здесь имеются и штрафные санкции. Пример, ну допустим, вы вложили BSV-шки на полгода, 6 месяцев, а хотите снять через 5. Ну допустим, курс упал очень сильно, вы хотите остаться хоть с чем-то, либо вам просто необходимо забрать свои вложения, то 50% накопленных активов будет снимать сама биржа Byswap. Штрафные санкции работают только на накопленные активы, но ни в коем случае не на сумму вложения. То, что вы внесли туда, то вы и заберете, но не в USDT, а именно в токенах BSV. Сам токен BSV – это нативный актив децентрализованной площадки Byswap, то есть самый главный токен. И с помощью него вы можете участвовать в инвестициях, ну либо других инвестиционных продуктах, точнее пулах. VBSV, насколько я понял, переводится в Void BSV. С помощью него вы можете участвовать в голосовании, по сути, абсолютно бесполезная вещь. Ну а также OBSV, сокращенно Options BSV. С помощью него вроде бы как можно будет зарабатывать USDT, точнее она дает возможность зарабатывать USDT и приобретать основные токены BSV со скидкой. Пользоваться этим очень легко, переходите на сайт официальный bsv.org, далее выбираете доход и пункт BSV Investments Pool. Ну и собственно блокируйте свои средства, сколько у вас накоплено в данный момент. А насколько это выгодно? Честно, понятия не имею, пользоваться я этим не буду. К стейкингу я отношусь не так уж лояльно, как раньше, и основной мой сейчас заработок — это средний срок, он действительно очень хорошо показывает себя. В последние 2 года заработали мы просто на самом деле гигантские проценты. Ну а также нельзя забывать про долгосрочные инвестиции. А что касается стейкинга, но не думаю то, что здесь дадут очень много заработать, а как сохранение токенов, ну в принципе можете попробовать. Лично мое мнение, BSV-шку лучше накапливать для среднесрочного заработка в данный момент, и на самом деле произошел неплохой такой отскок, и сейчас можно уже рассматривать к продолжению его накопления. Образовалась очень сильная зона поддержки. Если нужен технический анализ по токену BSV, оставляйте комментарии, и я приступлю к его техническому разбору. Все-таки основная тема моего канала — это, конечно же, техническая часть активов. Ну, в общем, такие дела. Больше мне сказать вам нечего. Всем до завтра!